Приветствую тебя, дорогой друг! Добро пожаловать на летсплей по Сабнафтике. Уже 14-я серия. И мы продвигаемся дальше в щель. Да, впереди нас ожидает еще одна щель. И тут внизу у нас реки лавы, мы в аду, собственно говоря. В прошлый раз, я думаю, вы увидели мордасию этого дракона Левиафана. Я решил свою субмарину отодвинуть назад, потому что мало ли что может случиться там впереди, потому что он как-то странно себя ведет, он сквозь текстуры проходит, сквозь пещеру и вообще сюда тоже заплывает. Поэтому лучше где-то в стороне сохранить свою мини-базу от этого нашествия. И вот, сейчас я проплыл немного вперед, за кадром, к сожалению, да, за кадром. Если бы я знал, что там такое будет, то я бы это снимал. Но оказывается, как бы, некоторые... Хотя, единственное, что вы пропустили, так это то, что искусственный интеллект предупреждает о структуре, которая здесь была там 3000 лет тому назад. То есть углеродный какой-то анализ показал, что там давно, короче, все это было. И единственное, что я могу сделать, это взять своего краба и отправиться вперед. Туда. Только вот есть одно но. Мне нужно кое-что защитное, да, для моего краба. То есть я возьму модули, которые на нем есть. Сейчас займемся этим, так сказать. Например, бур. Возможно, ракетницу возьму с ракетами, там, не знаю. Все такое. И, кстати, инвентарь надо опустошить. Вдруг мы что-то интересное найдем. Короче, надо было его опустошить еще в циклопе. Да. Но я думаю, нас ожидает нечто интересное впереди. Как-никак, все-таки мы подходим уже к ключевым моментам. Я вам скажу, что я не играл до этой части игры. То есть до этого уровня я не развивался вообще никак. Поэтому сейчас мне любопытно, что вообще будет. Куда мы забредем и что вообще случится. Так, ой-ой-ой-ой, нет, я забыл. Кое-что очень важное. Реально забыл. Так, идем сюда. И берем вот это вот все. Пропульсионку, вот это вот. Вдруг пригодится. Ну, вдруг, я не знаю, что я там встречу вообще. Абсолютно без понятия. Поэтому сейчас сяду на свой краб. Крабика. Так, крабики везде хорошие. Так иногда шалят. Итак, мы, грубо говоря, потопали. Потопали вперед. Мне интересно, будет ли ломаться экзокостюм, если я встану в лаву. То есть, да, у него прочность нехило так теряется, да, если так посмотрим. Ну, оно и логично, потому что это же, в конце концов, лава, а не... Ну, вы поняли, да? То есть лава — это серьезно. Даже для нанотехнологий будущего, как ни странно. Так. Чувствую себя таким, этаким Марио в 3D. Ускорим процесс. Нет, процесс нельзя ускорить, потому что все забаговано. Так. О, кто-то там сгорел в лаве. О боже, опять эта тварюга огромная. Вы не представляете, какая она огромная, боже мой, огромная. Кианит, кстати говоря, в прошлый раз была небольшая разбериха, 13-я серия, 10 минут. Откровенно я вам скажу, что это... Блин, что-то он все время меня замечает. Очень быстро. Продюсеры малолеток. Так... Прысь, прысь, прысь от меня. Так. Мне не это нужно. Не твое внимание. О боже. О боже, что ты такое? Иди сюда ко мне. Нет, тварь, я к тебе не приду. Мне страшно. Кто-нибудь. Somebody. Help me. Так. Да. Так, я какую-то на что-то ступил.
Здесь в середине, да? Фух, я его не вижу. Блин, а вас только тут не хватало, ну блин. Так, ладно. Сейчас я тебя ножичком как следует. Когда их ранить начинаешь, они исчезают, уходят и передумывают на тебя нападать некоторое время, конечно. Так, на какой-то остров я сошел посередине. Страшный остров. Я даже не знаю, что здесь будет. Так. Ну, пока что я здесь ничего интересного не вижу. Может мне вскарабкаться наверх этого острова? То есть куда-нибудь сверху, там, на остров. Так, пока не вижу никого. Даже этого гиганта не вижу. Видимо, он пошел гулять. Или отлить вышел, я не знаю. Но могу сказать, что мне немного страшно. Так, здесь наверху ничего интересного нет. Но когда я за кадром сюда приходил, я вроде бы видел какой-то вход. Вот. Так, вход хороший, да. Вопрос. Где этот вход был? Вот он был. Вот он здесь был. Так. Был бы только подальше этот щуп выстреливал бы. И действительно работал бы адекватно. Цены бы ему не было. Вот он, вход, вход. Да, вход сюда. Отлично. Теперь мы смахнем пиявок. Если они, конечно, на мне, на костюме были. А, кстати, пиявки прикрепляются даже к крабу. То есть, имейте в виду, что они будут назойливо вам мешать. Так, ну что ж, мы вошли сюда. Так. На звуки не обращайте внимания. У меня в комнате свой биом. Да. Так. Надо идти дальше. Ох. Так. Брысь отсюда. Там у них на спине что-то было, что можно было собирать. Но я не в курсе, что. Это. Так. Давайте-ка просканируем. Ха, лавовая ящерица. Ну, понятно. Ладно, с этим мы разобрались. Идемте дальше. О, кто-то там умирает. Там сгорает. Нет, мне показалось. Так, идемте дальше. Дальше вроде бы должно быть ниже. Это кианит. Я как только кианит увидел, так на него набросился, что просто... Да блин, как вы бесите. Да, давай, беги отсюда. Надо запомнить, как я сюда прихожу. Чтобы знать все. Так. Извините меня, зрители. Мне придется... Зритель, друг, извини. Мне придется кошку сейчас вытащить. Так. Кошка вытащена из комнаты. И мы можем благополучно продолжать. Что мы видим? Мы видим новую базу. А, это круто, наверное. Ой-ой-ой. Так. Я, пожалуй, оставлю краба здесь. Потому что я не уверен, что он... А на нем я взберусь куда-то наверх. Так что я поплыву вот так вот. Сейчас мы попробуем это все сканировать. Но выглядит очень прикольно. Еще одна инопланетная база. То есть вы представьте себе. Крутотенечка. Мне нравится. Теперь найти бы вход в нее. Найти бы в нее вход. Так.
Так, опять эти стражи. Как они меня достали. Так, вход, вход. Где у нас тут вход? Где у нас тут welcome? Они же должны были оставить вход. Должны. Видимо, вход с этой стороны. Чего-то я с этой стороны его как-то особо тоже не вижу. Окей. А, вот он, вот он, вот он. Ого! У нас тут даже... Вы это видели? У нас тут есть кислород, есть чем дышать. Какая прелесть! Ну что ж, добро пожаловать на новую местность. Вы это видите? Вот я здесь никогда не был, ребят. Я реально здесь никогда не был. Чё это, целые горы куба? Так, специальное оборудование требуется, чтобы собирать это все. А это что может значить? Это значит, что сюда мы можем попасть при помощи краба. Так, давайте мы вернемся к крабу. Я на крабе сюда залезу. Вот он, краб. Сейчас я притащу краба туда. Правда, мне придется быть очень аккуратным. Ай, блин. Да пошла ты. Брысь, брысь. Ну, мне придется делать так. Вот. Восполнять энергию. В принципе, это не так сложно. Главное, чтобы эти стражи мне не попались. Да блин! Чтоб вас! Черт! Черт! Он же сейчас упадет вниз! А, нет, слишком медленно падает. Так. Опс. Так, нет, не так, не так, не так. Опа. Хо! Я прицепился к этому. Как его? Ну, к щиту защитному. Удивительно вообще, что здесь происходит. Гребаные стражи, блин. Гребаные стражи. Так. А. Опа, все. Ура. Ура, ребята, мы внутри помещения. Так, что происходит? Что это за звуки? Давайте-ка я вылезу отсюда. Ух ты. Ха, на суше страж садится. То есть этот... Костюм краб. Так, давайте посмотрим. Сейчас я попробую побурить эту штуку. Мне просто интересно, реально. Так. Да блин, нет, нет, нет. А, ну ладно. Черт с тобой, потом вернемся. О, у нас здесь портал. У нас здесь портал. Так, там какие-то технологии или какая-то запись. А тут другой выход. Тут что, выход в другой биом или просто выход? Надо будет рассмотреть все это. Но реально все очень круто. Что у нас тут внизу? Еще один терминал. Вау. Так. Блин, я скрижаль забыл. Так, ладно. Ионный куб у меня есть. В принципе, на базе этого добра уже хватает.
Так, данные по ископаемым. Информация об ископаемых, добытых из вулканической породы, выкопанной для постройки этого инопланетного энергокомплекса, имеется возможность экстраполировать ряд ключевых тенденций. Инопланетяне записывали данные по эндемическим органическим останкам, образовавшихся в промежутке от 10 тысяч до 1000 лет. Записанные виды удивительно слабо пересекаются со встреченными до сих пор на 45-446P. Образцы грунта тысячелетней давности содержат на 300% более высокую концентрацию органических останков, чем грунт в среднем. Так. Ух ты. Это, кстати, центр болезней. Вот, центр исследования болезней был. А это про то, как действует болезнь Хара. Так. Ужас какой. Так. Я думаю, я сделаю отдельное видео все-таки по лору и буду рассказывать про левиафанов, про остальных существ. Много такое. Ну только посмотрите, сколько здесь всего. Но я думаю, что мне надо обратно пойти и принести скрижали. Так. На крабика я пока оставлю здесь. Так. Ну, это я пока добыть не могу, но у меня есть вариант. Так, доступ к улучшениям. А что если мы все-таки попробуем побурить эту штуку? Да? Так и есть. Все. Так, мне нужен только ионный куб. Потому что ионный куб открывает их не порталы. Вот. Пожалуйста. Забирайте. О, заработал. Заработал портал. Я не знаю, куда он ведет, ребят. Давайте все-таки сохранимся на всякий случай здесь. Потому что если не сохраняться, то полный швах может быть. Да и вообще из игры может выкинуть. Поверьте. Так, ну что ж, Джеронимо, куда мы сейчас попадем? Мне так любопытно, что это за новое место будет. Любопытно. Так. Ну же, давай же. Что-то долгий какой-то телепорт. Реально. Наверное, прогрузка у них долгая. Ну, тогда я нажму на паузу. И вот, я пришел сюда, прибыл. И я не удивлюсь, если я... уже в том месте, где я бывал. Ха. По-моему, я на одном из островов. Если я не ошибаюсь. Очень похоже на то, что это один из островов. Да, вот та самая пушка, которую я себе хотел. Эх. Да. Ну, в таком случае мы будем сейчас... Да, и вот то самое место, где я хотел свою субмарину припарковать. Удивительно. Так, ну, давайте-ка мы отправимся, что ли, на базу. Так, опять эти стражи.
Да блин, идите вы к черту. Я все-таки поплыву, возьму фиолетовую скрижаль. И, собственно говоря, буду таков. Потому что... если я буду плыть обратно, то есть в свой циклоп, это будет довольно опасный путь. А здесь он относительно безопасный. Кроме того, я могу и воды взять со своей базы, еды. И, в общем, все будет, мне кажется... проще, чем если я буду через лавовые эти, скажем, биомы плыть обратно к циклопу. Поэтому луковое дерево, приготовься, я буду тебя доить. Да. Угу. Ну, в конце концов, это не обязательно сейчас делать, потому что у меня на базе будет очень много всякой вкусной еды и так далее и прочего. Так, с этой стороны левиафана вроде бы не было, поэтому мы можем спокойно поплыть. У меня до сих пор хватает страх, когда я вижу это место, в котором он меня убил, гад. Это надо отсюда быстрее улепетывать. Я его убью, конечно, чуть позже, но так, как говорится, чуть позже. Сейчас не особо и хочется. Да и не особо это важно. Так что пока нажму на паузу, пока я плыву к своей базе. Итак, я у себя на базе. Вы только посмотрите, вот она, пурпурная скрижаль. Она у меня есть. И это крутотенечка, потому что сейчас можно уже обратно возвращаться. Единственное, что батареечки можно взять. Хотя, не знаю, нужно ли. Вот. Но аптечку точно взять надо. А аптечки много не бывает. Воду я взял, к счастью. Вот она, да, у меня теперь есть. Ну, короче, все здесь офигенно, но надо покинуть эту базу и плыть к этому острову злосчастному и треклятому. Не очень я его люблю после этого левиафана. Да. Так что такие вот дела. И как только я окажусь на месте... Итак, после того, как я взял пурпурную скрижаль, осталось вернуться обратно на ту базу глубоко под водой. Я очень надеюсь, что меня именно туда вернет. Ну, у меня как бы другого выбора нет, кроме того, как так возвращаться туда. Иначе мне придется строить мотылька заново, чтобы попасть туда глубоко. Вот такие вот забавные у нас... истории. Так, я, пожалуй, нажму на паузу, ибо он долго будет так скакать в межпространственной сингулярности. Итак, мы прискакали, и весьма успешно, я бы сказал. Так, теперь я буду вот именно что. О, черт. Возможно, мне стоило взять две пурпурные скрижали. Давайте тогда сначала вставим вот это. Так, что у нас тут? О! Синяя скрижаль? Что это такое? Гладкий и холодный с излучающим... синее свечение над планетным словом, похожим на заглавную букву H. Несмотря на это, эти устройства однозначно являются частью системы контроля доступа для тех, кто их создал. Их размер предполагает некие дополнительные цели, например, персональный компьютер. Как бы то ни было, технология намного превосходит человеческую. Ну еще бы. Понятно, то есть синяя скрижаль у меня есть теперь. Круто. И что дальше? Так, давайте-ка я быстренько гляну, что у нас здесь. Да, это все то же самое место, просто с этой стороны я не увидел входа. Вот, вот тут с двух мест.
Ладно, я пойду посмотрю, нужна ли мне еще, будет еще одна пурпурная скрижаль. Если да, то мне придется плыть к циклопам. Вот, так что давайте быстро посмотрим. Ну, конечно, я это сделаю за кадром, чтобы вам не было скучно. А, хотя, я не думаю, что вам было бы скучно. Так, что у нас тут? Блин, туда тоже, да, пурпурная скрижаль требуется. Тут так много всего интересного, что я не могу прям пропустить это. Так, и он мне куб тоже возьмем. Так, а это что такое? Терминал базы данных. А, я это уже отсканировал. Все, всем понятно. Да, мне придется возвращаться в циклоп. Оп-оп-оп. Но я думаю, это можно будет сделать сейчас быстро. Даже без крабика. Потому что с крабиком это будет дольше. Я надеюсь, воздуха у меня хватит. Давайте поставим такой челлендж. Получится ли у меня или нет. Ну что ж, 3, 2, 1. Все, поплыли. Турбо-буст. Там. Всех распинать. И быстро догнать. Так, что-то я, кажется, не туда. Заплыл. Тут наверх надо заплыть. Блин, вот здесь растяжка пригодилась бы. Это, казалось бы, простая технология. Да блин. Да, простая технология по тому, как выбираться из пещер, которые у нас даже в нынешние дни есть. Грубо говоря, ниточку постелить. Да. Так. Сейчас я намеренно поменяю батарейку на 100. Потому что сейчас очень важно быстро доплыть до циклопа. Несмотря на дракона. Реально, несмотря. Ты его уже слышишь. Пипец полный. Главное не оглядываться. Ух. А это казалось проще, чем я думал. Или нет? Я его все еще слышу. Пока я не доберусь до циклопа, я не успокоюсь. Так. Гребаные пиявки. Так, давайте посмотрим. Здесь ли эта тварь? Нет, ее здесь нет. И это хорошо. Так, а где-то у нас должна была быть пурпурная скрижаль. А где-то здесь. Если не здесь, то, наверное, здесь. Здесь ее нет. Да что-то ее слышно, блин. Этого дракона. Он что, здесь, что ли? Нет, вроде бы. Так. Ладно. Может, я поставил скрижаль куда-то сюда. Потому что у меня было две штуки, точно я помню. Так. Нет. У меня нет скрижали. В таком случае... Как мне изготовить скрижаль? Мне требуется два алмаза. А они у меня были. Вот они у меня точно были. Два алмаза. Самое забавное, что синюю скрижаль я смогу изготовить очень просто. Но... другую пурпурную мне нужен алмаз. Эй, еще раз эта процедура. Гриндилка, блин. Так. Дайте мне один алмаз. Блин, алмаза нет. Фу ты. Придется сейчас искать. Все-таки комната исследования нужна, как ни крути.
Я в прошлый раз ставил ее туда, но мне пришлось ее убрать оттуда, потому что там очень много этих кусак плавал, я не мог добираться до самой комнаты. Поэтому... О, сланец. О, все, ребята, есть. Есть, есть, профит. Так, круто, круто. Все, нам не придется сейчас долго мучиться. Мы сейчас сразу сделаем попорную скрижаль и поплывем обратно. Вот она прелесть. Моя прелесть. Так, у меня есть теперь обе скрижали. Одну из скрижали я все-таки оставлю здесь. Блин, здесь места нет. Тогда здесь оставлю. Синяя скрижаль. Хотя она мне может пригодиться. И вот я уже не знаю, я запутался реально. Так, берем все скрижали и, короче, дуем обратно туда. Включаем турбо-буст. Выключаем лампочки. И плывем. Плывем как можно быстро. Кислорода у нас на такой путь хватает, как ни странно. И это норм. Хорошо. Если плыть по прямой, вообще проблем нет. О боже. Ох, это тварюга, да? Огромная. К счастью, она задом повернута ко мне. Меня не видит. Так. Ну что ж. Что ж. Где тут вход? Вот он, вход. Что это такое? Может... Нет, я его даже просканировал. Все. Теперь мне надо поплыть прямо. Запомнить эту дорогу. Кианит есть, надо его запомнить. Спускаемся тут по лесенке. Сворачиваем. И выходим сюда. Все, внутри этого пространства левиафанов нет. Чисто потому, что они тут не поместились бы. Подыщ. Круто. Все, ребята, все, мы это сделали. Сейчас мы пурпурную скрижаль вставим. И узнаем все секреты. Мироздание. Сейчас, сейчас. Да-да-да-да. Так. Ну-ка. Ура! Сейчас мы узнаем много новых секретов. Ура! Круто. Это будто бы энергетическое ядро, электростанция какая-то, походу. Судя по всему. Понятно, то есть это место... является электростанцией, главный изоляционный комплекс, маршрутизатор энергии в теплоэлектростанции, распределяющий собранную локальную энергию по другим комплексам на планете. А местоположение главного изоляционного комплекса обновлено. Построен внутри естественной расщелины, соединен с данной сетью пещер. Расположен в юго-восточном направлении, область вулканической активности, глубина 1,4 километра. А, да, то есть придется еще больше... совершенствовать свою. Так, давайте это тоже просканируем. Так, для чего это теплоэлектростанция? Данный комплекс напрямую преобразует местную тепловую энергию в электрический ток с КПД в 90%. Большая часть этой энергии сохраняется в напоминающих аккумулятор устройствах внутри самой станции, каждый из которых способен снабжать энергией небольшой город в течение года. Некоторая ее часть используется, по всей видимости, посредством передачи в другие комплексы на планете. Электростанция выглядит полностью автоматической, учитывая текущий уровень понимания задействованных
механизмов бесперебойный. То есть это такой вот большой бесперебойник, который способен питать город, вы себе представляете? Очень крутая технология. Кто бы ни были эти предтечи, они были явно очень умными. Так. Ну что ж, давайте, там еще есть какой-то терминал. Пойдемте посмотрим. Что это такое? Нет, неинтересно. Сейчас, там наверху еще что-то есть. Реально круто. Очень круто, очень красиво. Так. Что у нас тут? Синтезирование чертежей от ионной энергии, ионных данных. Так. Сейчас посмотрим. Данные об ионной энергии. Да, вот мы это открыли. Стало возможным извлечь полезную информацию касательно инопланетной ионной энергии. Ионные кубы искусственно выращиваются из минерального вещества и подвергаются обработке в целях сохранения их в стабильном состоянии. Несмотря на содержащуюся внутри колоссальную ионную энергию, при установке ионного куба в соответствующее устройство, эта энергия может выделяться в форме электричества. С применением этих знаний возможно синтезировать новые чертежи батарей и энергоячеек, использующих передовую ионную технологию, для значительного увеличения их емкости. Круто. Что мне сказать? Круто. Да. Ребят, круто. Посмотрим, есть ли у нас новые чертежи. Вау, есть! Ионная батарея. Мы можем сейчас создать ионную энергоячейку. Правда, она там очень ресурсозатратная. Придется серебряные искать месторождения. Плюс ионных кубов побольше достать. Я уже не помню, как ионные кубы, по-моему, только здесь можно достать, поэтому они ограничены. Нужно быть аккуратнее. Реально нужно быть аккуратнее. Жаль, нельзя просто взять реактор, поставить на подводной лодке и плыть. Хотя можно, но почему это не реализовали? Просто потому, что это было бы халявно. Так, я должен был пить воду. Плюс подхилиться. Так что это скорее вот была технологическая поездка. Что тут? А. Так что мне надо как можно больше ионников добыть с помощью краба сейчас. Ибо ионные кубы, ну, очень мне нужны будут. Узнать бы, как их выращивали они, вот это было бы реально полезно. Надо, надо добыть это все. Ну, а если тебе понравился данный выпуск, то ставь лайкос и подписывайся, значит, на группу, заходи в Discord, будь гостем, так сказать, в наших, на моем канале, и чтобы тебе было всегда интересно, обязательно пиши в комментариях свои мысли по поводу того, как, что ты бы сделал. Вот. И это все, конечно же, очень важно и интересно. Так, а здесь, так, здесь все ясно. Сейчас мы посмотрим, точнее, нет, не сейчас, скорее всего, в следующей серии мы посмотрим, есть ли вход в другой биом, про который здесь говорилось. Так, ну что ж, ну окей, до следующих встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.